И в продолжении полицейской темы. В кинотеатре «Искра» состоялся праздничный концерт в честь Дня сотрудников органов внутренних дел. На сцене в этот вечер выступали артисты с давно полюбившимися публике хитами. Лишь раз в год сотрудники полиции могут позволить себе отвлечься от работы и сполна насладиться проявленным вниманием к ним от лица благодарных граждан. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Для любой специальности профессиональный праздник – это особый день. Море слов благодарности, подарков и улыбок. А для работников полиции он вдвойне приятен. Ведь эти люди, не зная выходных, служат во благо страны и людей. Вы работаете на очень важном участке общественной жизни нашей страны, обеспечивая гражданский мир, безопасность и правопорядок. Жизни во имя закона, все как один, мы на службе семья. Людям дать помощь и делом, и словом, миссия наша, твоя и моя. Каждый год в кинотеатре «Искра» проходит концерт для работников полиции. Самых трудолюбивых сотрудников награждают грамотами, памятными подарками и знаками отличия. В этом году администрация передала ОМВД по Ленинскому району сертификаты на получение одной квартиры и двух комнат в общежитии для самых добросовестных полицейских. Вы их предоставите достойным сотрудникам. Спасибо. Хочется пожелать им сил здоровья. Вот, и вспомнить в этот день слова гимна Российской Федерации в третьем куплете. Говорится о том, что нам силы дает наша верность отчизне. Поэтому желаю всем укрепления от Господа и усердия в труде. Полиции служат не только сильные и отважные мужчины, но и прекрасная половина человечества предпочитает выбирать эту профессию. Милые дамы украшают собой ряды работников органов внутренних дел. Смотрю на наших красивых женщин, девушек, особенно те, которые пришли из института. Все умнички, молодцы и такие старатели, чтобы вот дальше они своим энтузиазмом, своим пылом в глазах поддерживали наших мужчин, в больших погонах и в малых. Попросили тарантеллу научить нас танцевать, посмотрели удивленно, обе девушки на нас, улыбнулись как Мадонны и ответили в тот час. Мамма Мия, мамма Мия, это очень-очень странно, мамма Мия, мамма Мия, все это понимать. Эти люди изо дня в день подвергают свою жизнь опасности ради мирного существования граждан нашей страны. Спасибо им за то, что по ночам мы можем спать спокойно. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.